Чистота и порядок. Распоряжением премьер-министра Беларуси с 10 марта в стране начали работать штабы по наведению порядка и благоустройству территорий. Детально и подробно об актуальном. Вечерний эфир на канале «Беларусь-2» продолжает программа «Поскриптум». Здравствуйте. Курировать всю работу по наведению порядка поручено Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, которая на местах должна создать рабочие группы с участием представителей других, ответственных за реализацию распоряжения ведомств. До 20 марта необходимо ликвидировать несанкционированные свалки и привести в надлежащее состояние придорожные полосы, места отдыха, сельхозобъекты, улицы и дворовые территории городов и населенных пунктов. А до 30 марта в надлежащем санитарно-эстетическом виде должны быть салоны такси, в том числе и маршрутных, всего подвижного состава железнодорожного и автомобильного транспорта, территорий автовокзалов и железнодорожных станций, учреждений культуры. Всей этой работой будут заниматься подразделения ЖКХ, собственники территорий и имущества. Итак, более подробно о работе штабов по наведению порядка на Брещине поговорим в очередном выпуске программы «Поскриптум». У нас в студии председатель Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тамара Елковская. Добрый вечер, Тамара Анатольевна. Добрый вечер. Итак, какой объем работ предстоит выполнить в ходе проведения республиканского штаба у нас в Брестской области, и есть ли уже какой-то предварительный план работ? Конечно, предварительный план работы есть, и он обозначен уже с начала года. Ежегодно разрабатываются областные мероприятия по благоустройству, наведению порядка на земле. Но я хочу сразу сказать, что этот год особенный. Этот год объявлен главой государства годом гостеприимства, и весна – это как раз возможность проявить себя. Будет чемпионат мира по хоккею, поэтому задачи стоят в этом году еще более весомые, чем предыдущие годы. Вообще уже стала традицией ежегодно проводить месячники по благоустройству, субботники, когда привлекается все население, предприятия, организации. Но для того, чтобы был какой-то весомый эффект, вклад, конечно же, сначала разрабатываются мероприятия, они обозначены, именно это касается и рекультивации карьеров. Вот в текущем году предстоит рекультивировать 21 карьер. Это наведение порядка в придорожных полосах, вокруг садоводческих товарищей, в лесном фонде. Конечно, не без внимания должны оставаться наши мемориальные комплексы, места боевой и воинской славы, захоронение гражданского населения. Наш долг – привести кладбище в порядок. И программой предусмотрено, конечно, не только наведение и поддержание порядка, но и обустройство контейнерных площадок, естественно, с добавлением контейнеров. Немало вопросов затрагивают и наши наболевшие такие вопросы, как мини-полигоны. Это содержание их, где-то обваловку необходимо обновить, прилегающие территории посмотреть. То есть объем работы обозначен, и он довольно-таки большой. Ну а какой из вот этого перечня, который вы перечислили, вызывает, скажем так, самое большое усилие необходимо приложить? И есть ли где проблемные вопросы? Проблемные вопросы там, где территории получаются как бы общего пользования. То есть, например, если это ведомственная территория, предприятие просто обязано не только навести порядок, а и постоянно его поддерживать. А вот территории общего пользования – это те территории, которые должны быть заранее обозначены, они должны быть первоочередными при проведении субботников. Ну а кто в основном будет задействован в наведении порядка в ходе, скажем так, вот этого месячника? И достаточно ли для этого сил и средств, как вы думаете? Я считаю, что сил достаточно и средств достаточно. Здесь, конечно, должна быть в первую очередь, я не побоюсь сказать этого слова, вообще инициатива, заблаговременная подготовка к субботнику, а задействованы должны быть все, начиная от предприятий, начиная от исполнительных органов власти, которые должны это организовать, просто до участия широких масс населения. Легким и быстрым способом наведения порядка считают многие палы старой травы. Разъясните, какой вред и опасность таит в себе вот такой способ очистки территорий? Ежегодно нам приходится с этим сталкиваться, и уже вот сегодня по телевидению на этой неделе были факты, когда, например, в Ганцевичском районе вот такие неудачные попытки были. Это очень нехороший способ, и, к сожалению, где-то мы не можем достучаться, потому что ежегодно они повторяются. А этот год особенный. Снежный покров уже давно сошел, и сельхозпалы по Брестской области пошли. Но я вкратце хочу лишь только напомнить, что пользы они никакой не приносят. То, что мы, сжигая траву, пожнивные остатки на полях, мы
тем самым осуществляем это выброс вторичных радионуклидов, и где-то сгорают прошлогодние пестициды, сжигают, если вдоль дорог идет сельхозпал, это тяжелые металлы попадают в воздух. То есть для человека, для здоровья человека это опасно. Кроме этого, погибают насекомые, погибают птицы, сгорают культурные растения. И самое, наверное, еще страшное то, что сельхозпал является причиной пожара. Очень опасно, когда он разгорается на торфяниках. Уже тогда занимает очень продолжительное время. Недопустимость палов предусмотрена и Кодексом административных правонарушений, где запрещены эти действия и предусмотрено наказание как за действия, так и за непринятие мер по тушению. Точно такие же меры Кодексом административных правонарушений предусмотрены за разжигание костров в неустановленных местах. Я просто вот пользуюсь случаем, хочу еще раз обратиться о недопустимости вот этих действий по сжиганию сухой травы. Тамара Анатольевна, какую работу приходится ежедневно выполнять работникам природных ресурсов и охраны окружающей среды, помимо наведения порядка и поддержания территории в надлежащем виде? Это самое разное направление, которое связано, опять же, с нашими природными ресурсами. Это вопросы охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, это и государственная экологическая экспертиза, это разрешительная документация на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, водные объекты. Конечно, вопросы наведения порядка, они ежедневно получаются под контролем. Почему? Потому что любая проверка предприятия, проверяем мы охрану атмосферного воздуха или какие-то водные вопросы непосредственно, непосредственно связаны и с содержанием территории, с хранением, например, того же металлолома, с раздельным сбором отходов, на который в последнее время на самом большом контроле находится в комитете. Поэтому очень разноплановая работа, интересная, но и очень ответственная. Ну вот, а как у нас жители области относятся к раздельному сбору мусора? Вот есть ли какие-то подвижки в этом направлении? Подвижки есть и очень большие, но этого все равно мало, явно недостаточно. И вот если посмотреть на наши полигоны, куда вывозится мусор, то они пестрят, к сожалению, вторичными материальными ресурсами. То есть еще где-то не до конца сработали с населением, еще не до конца созданы производственные базы. Но закон об отходах гласит, вывоз вторичных материальных ресурсов на полигоны запрещен. Вот сейчас весенний период времени контролируем и эти объекты. Вот буквально за последние 2 месяца это 90 случаев, когда предприятия возвращены обратно. То есть еще не добились мы дисциплины на предприятиях, чтобы раздельный сбор стал нормой, а не просто выборочно, когда мы их проверяем. Эта задача большая, здесь задействовано очень много служб, но мы должны это делать. Программой по сбору и заготовке вторсырья доведены довольно-таки большие объемы по области. Первые 2 месяца показывают, что они выполняются, хотя прошлый год не по всем направлениям был выполнен. Но эта задача ставит, и мы должны ее выполнить. Ну а какой-то сознательности в этом направлении просто граждане, просто жители Брестской области добились? Я считаю, что добились в каком плане. По крайней мере, в контейнера все реже попадают то, не для чего они предназначены. Другой вопрос, то, что еще не везде этих контейнеров хватает. Вот показательным, конечно, может служить город Брест, по крайней мере, центральная его часть. И город единственный в области, где все смешанные отходы от населения проходят через сортировку на нашем заводе мусороперерабатывающем. Город Кобрин, где работает международный проект, где приобретено в рамках проекта, а до этого тоже ведь не стояли на месте, 600 контейнеров, техника приобретена и идет очень-очень большая работа с населением. Конечно, созданы еще не в полной мере условия, но тем не менее есть первая очередь завода в городе Барановичах. И в городе Пинске сортировочно-перегрузочная станция, но она несколько выше уровня, чем в других городах. В остальных районных центрах необходимо их усовершенствование, потому что смешанные отходы там проходить в полном объеме пока что не могут. А отсюда и результат. Они, вторичные материальные ресурсы, везутся на полигоны. Тамара Анатольевна, можно ли сделать оценку сознательности граждан в плане культуры? Вот с каждым годом после зимы бумажек, мусора на прилегающей территории у дорогах меньше становится? У нас есть большая часть населения, которая действительно соблюдают элементарные нормы и правила. Но сказать, что после зимы не оголились наши такие вот болевые точки, не оголились территории с мусором, а ведь сделали это мы, люди, которые живут в области, то сказать, что еще есть над чем работать. Но сознание людей с каждым годом становится лучше.
Но будем надеяться, что такая положительная тенденция сохранится. Да, я считаю, что в силах мы, жители области, исполнительная власть, областные структуры, предприятия, мы в состоянии сделать так, чтобы наша область была чистой, привлекательной. Но для этого надо не только заботиться и думать, а каждому предпринять определенные шаги. И тогда все получится. Спасибо. Что ж, на этом наш эфир завершается. Я благодарю вас, Тамара Анатольевна, за диалог. Всего доброго, удачи, успехов в работе и не только. Спасибо. Взаимно. Это была программа «По скриптум». Каждую пятницу в вечернем эфире телеканала «Беларусь-2» детально и подробно говорим об актуальном. До встречи.